Митинг-концерт в поддержку действий наших военных в зоне спецоперации традиционно проводят здесь, на площади возле Ледового дворца спорта «Кристалл». Вот за моей спиной вы видите настоящее людское море. Сколько здесь народу сейчас? Ну, наверное, несколько тысяч человек. И все они в едином порыве пришли сюда для того, чтобы в конце рабочего дня пятницы выразить свою поддержку всем нашим военным, которые сейчас проливают свою кровь на передовой. С момента начала мобилизации в нашей стране многое изменилось, и прежде всего отношение обычных граждан к специальной военной операции. Буквально за несколько месяцев события, которые проходят почти в тысячи километров от нас, стали всем нам намного ближе. Важно поддержать, конечно же, мы все вместе поддержим наших военных, чтобы они в конечном итоге одержали победу над врагом. Ну, наша поддержка важна для наших ребят, поскольку мы с ними вместе, и мы можем им как-нибудь помочь. Что материально, что физически. Я думаю, мы сможем и победим. Чтобы победа была за нами. Они воюют за мир, за жизни людей, за нас всех, чтобы мы все жили счастливо и никогда не знали этого. В своем приветственном слове к собравшимся глава региона Максим Егоров пояснил, почему всем, кто сейчас находится на передовой, так нужно наше душевное тепло и поддержка. Мы должны поддерживать наших солдат. Мы это делаем. Мы это делаем с 24 февраля всеми своими действиями, помощью, которую мы им оказываем. Это не только помощь, которая необходима для проведения специальной военной операции, но это и помощь, наши письма, которые мы отправляем. Дети отправляют письма нашим военнослужащим, отправляют рисунки. Такая моральная и духовная поддержка не менее важна, чем материальная. Она воодушевляет наших бойцов бороться с врагом с новыми силами. Мы, военнослужащие российской армии, не допустим, чтобы нога нациста ступила на нашу землю. Чтобы нашим детям в голову вкладывали пропаганду западные страны с их ценностями. Мы с честью выполним свой долг. Долг защитника Отечества. Мы обязательно победим. Традиционно в этот день на площади перед Кристаллом было очень много молодежи. Этим ребятам и девчонкам предстоит строить свое будущее уже завтра. А сегодня многие их знакомые отправились на передовую, где не словом, а делом доказывают любовь к родине, защищая ее рубежи от нацистов. Дмитрий Шапкин, Риат Ирса, Александр Кобзарев, Область новостей.